За прошедшую неделю в отделе МВД России по Белореченскому району было зарегистрировано 392 происшествия преступления. 372 из них раскрыто. Было зафиксировано 5 случаев причинения телесных повреждений или побоев в различной степени тяжести, 5 случаев утрат гражданами имущества либо документов, 3 кражи чужого имущества, а также по одному факту хранения, изготовления, перевозки наркотиков, нарушение правил хранения оружия и боеприпасов, угрозу убийством, грабежа.